И снова здравствуйте, всем привет. Это Новомихайловский, сегодня 9 июля 2022 год. Мы на набережной нашего замечательного, уютного, летнего, курортного поселка. Идем искупнуться. Сегодня блогеру в ночь на работу. Проблемы с продавцами, не хватает нам продавцов, приходится выходить вне урочное время, что очень обидно. Проходим мимо кафе грузинской кухни и Вере, откуда раздаются, конечно же, грузинская музыка. Следующее кафе Катран. Следующая Золотая Корона, но там играет музыка в Золотой Короне. Также работает линия быстрого питания. Кафе Тони Монтана. И вот здесь, в конце центральной набережной, кафе Давид. Самое уютное, тихое местечко, где, ну, тоже музыка играет. А мы с вами идем на сам пляж искать Наталью с Владимиром. Вам надо переобуться. Я переобулась, потому что идти по гальке в таких каблуках — это просто невозможно. Обула свои сланцы и ищем Наташку. Где-то она сказала здесь, направо от проката катамаранов. Ищем. Вот попробуй в такой толпе найти то, что тебе надо. А, вот где-то слышу голос. Снежана. Где она? Где? А, они вон прямо у самого Синего моря лежат. Сегодня такая волна небольшая, но приятная, да? Тебе? Море все равно грязное. Та, что говорит, море грязное. Прям ужасно. Пойдемте проверим. Мама. Вот, вот пристегивают таблеточников. Сейчас повезут. Они еще не знают, видимо, что их ждет. Ноги возле головы. Так происходит весь процесс. Сейчас прицепят. А парняги просто едут кататься, я так понимаю. Эти на таблетке, а те просто на катере. Вот люди ничего не боятся. Вот прям стоят рядом с этими веревками. Все, погнали. Вот таблеточников привезли обратно. Что-то у меня такое ощущение, что они даже вылезти не могут из таблетки самостоятельно. Сидят в тихом шоке. Вова тоже все просится, я говорю, нет. Ты что там видела, что ноги куда под...
Не дай бог повредить позвоночник или не-не-не. Весь ливер отобьешь там. Вот 18 ему исполнится, вот тогда сам за себя. Девчонки с косичками все вот с такими. И еще просьба, товарищи родители, не оставляйте своих детей без присмотра одних на воде. У нас Вова, он уплыл, черт знает куда, мы ж эти очки машут. Очки же он потерял. Пошли новые очки купили. Вчера там были. Зато теперь желтенькие, далеко его видать. И, в общем, что не говорите возле моря. Вот я перед работой, мне сегодня в ночь. Пришла буквально на каких-то полчаса, час. Искупалась. Кстати, я когда начала плавать, вот уже третий день, у меня тоже то ли на нервной почве, все равно вот это вот предсвадебные все были подготовки, как бы на чем поехать, куда поехать, как я доеду. У меня, видимо, защемление. Ногу вот так сюда вниз отдавала. Как только начала плавать, прошло. Я понимаю, что сначала этого не замечаю, что это прошло, а сейчас понимаю, что они болит же. Так что у кого есть возможность, конечно, нужно перебираться поближе. На веревке болтаются и все пчелы. Да, да, все на веревке. Я сейчас говорю, не бояться, а вдруг вот занесет этот катер. Тоже ругаю Вовку. А они вот все люди, как будто плавать не умеют, да? Такие держатся, висят на веревке, вместо буев. Вместо вон тех этих круглых вот штучек. Ну они на них и сидят, видишь? Сегодня такая волна приятная, конечно. На волне покаталась, покачалась. Пойдем на следующий выходной, обязательно возьмем катамаран. Ребята, вот оно счастье. Посмотрите, какое счастливое лицо. Господи. Вот же. Вот она. Вот так. А. Вот много ли для счастья надо? Вот так она. Вот они, эти самые воспоминания из детства. Не выливай. Как не надо? Надо. Лицо прям светится от счастья. Так же, как наше лицо. Она улыбается, и мы вместе с ней. А, ты уже... А, да. Ну, нет, ты тоже как ворона. Счастливый ребенок. Очень скучаю тоже по своим внучкам. Была бы я не работающая бабушка, я бы их обоих на лето забрала. На маленькую твою внучку похож чем-то. Да? Мы когда маленькую привезли, она вообще у нас, мы ее усадили, и еще года не было в августе. Они приехали в июле. Ну, сколько, 11 месяцев. Она вообще у нас все время пыталась поесть камни все. Мы ее камнешка называли. Все камни, которые были, она тащила в рот. И такая счастливая тоже была от этого. И мы вот лежим, балдеем, конечно. Вот он. Вот он отдых, вот он кайф. Не осталось, правда. Еще одному коробу сбриваем маленького. Осталось полчаса. Нам гулять? Нам позагорать. А потом? Потом перекусить и на работу, на работу. Вкуснятина. Вам крылышко или ножку прям? Нет, нам сделай по два кусочка в одну тарелочку, два кусочка свинины и крылышко, и в другую тарелочку также. И по одной картошечке в каждую тарелочку. Еще раз.
То есть вам каждую тарелочку по две свининки, по две курицы? Нет, по одной курице хватит. Два кусочка. Да, два кусочка свининки, крылышко и кусочек картошечки. Ну, хорошо. Я вас услышал. И таких две тарелочки. В общем, сели здесь на выходе, так, центральный пляж. Здесь такая тоже как бы кухня. Здесь у них и барчик, здесь у них и шашлыки. Наташка там что-то выбирает, там стоит. Ей налили алкогольное, она развернула взяла. А я безалкогольное. Теперь я не понимаю, какое из них алкогольное, а какое безалкогольное. Как определить? Не за руль сейчас. Стоп, нахлещусь какой-то. В общем, какой-то. Как правда узнать-то? Наташка пришла и определила, что вот это безалкогольное. Мое холодное было. А мое что, горячее? И тоже по вине было налито. Ну, в общем, если мы сейчас напьемся за рулем, поедешь ты. Если ты перепутала. Нет. Такое холодное, такое вкусное. Вкусно здесь. Сейчас попробуем еще шашлыки здесь. Тоже вот смотрю на парней, конечно, бедные парни в такую жару стоят. Чего они все мешки ворочают? Ну, вот, постоят в такую жару возле... Три месяца в году поработают. Да, да. В общем, здесь вот в этом вот кафешечке такой вот, которая на улице, мы сидим так, хорошо ветерок обдувает. И пицца есть, и осетинские пироги, и шаурма. Они, кстати, шаурму делают. Кстати, у меня в прошлом году ролик снятый вертикально. Шаурма мастер-класс. Набрал 500 000 просмотров, представляете? Вот думаю, надо, наверное, еще попробовать такой трюк сделать. Он тоже делает, видите, шаурму? Сейчас я принесу все тарелочки. Mm-hmm. Все подготовлено. Красиво. Так красиво. Вот такая подача. В обычном кафе. А лепешка наша горячая где? Ну, ты еще и ребрышек взяла. Мы тебя объедимся. Ваша лепешка полезла, если вы не против. Мы не против. Сейчас тарелочки принесу. Красиво. Лепешки они тоже сами пекут, горячие прямо, прямо горяченькие. Угу. Чем не Турция? Чем хуже, чем в Турции? Потому что очень многие прямо умирают по Турции. У нас я была в Турции. Вот Наталья была в Турции, и что? Не знаю. Мне больше здесь нравится. Здравствуйте, приятного аппетита. Здравствуйте, приятного аппетита. А, вот такой вот на косточке. Он жирноватый, по-моему. Вина? Не-не. Или мою? Это шейка? Шейка. По кусочку, в общем, мы на пробу всего заказали. И, ой, и крылышко куриное. Вот такая красота. А, еще. Вот же что еще. Вот же что еще. Картофель тоже запеченный на мангале. Вчера мама вкуснее принесла. Приступаем к такой вкусной трапезе. Сейчас оценим шашлыки. Подожарки по всему. А что они вот не дают никакого кетчупа? Что происходит?
Тоже как-то очень вкусно. Ну, ребята, чин-чин. Еще раз повторяю, не знаю, правильно мы пьем пиво или нет. Правильно. Наташка уже пьяная. Значит, правильно. Ну, я прощаюсь с вами. Сегодня ночью отработаем, завтра опять куда-нибудь двинемся. Всех вас очень люблю. Пока-пока.